чудо-аппарат. В республиканском онкодиспансере появилось уникальное оборудование для эндо-УЗИ. Таких аппаратов всего 4 на всю страну. Чудо-техника позволяет обнаружить метастазы внутренних органов без операции. Аппарат последнего поколения закупили для отделения внутрипросветной эндоскопической диагностики и хирургии. Высокотехнологичное оборудование единственное в Чувашии и уникальное не только для ПФО, но и для России, так как имеется лишь в крупных медицинских центрах. Для работы на современном оборудовании врачи отделения прошли обучение в Москве на базе Центрального научно-исследовательского института туберкулеза.